Чтобы виртуозно владеть мотоциклом и ездить, не создавая аварийных ситуаций, нужно долго учиться и тренироваться. Это со стороны кажется все легко. Чтобы юные участники движения поняли, как непросто управлять транспортом и невозможно его мгновенно остановить, малышам предложили самим стать водителями. Конечно же, не мотоциклов. Проходит первый конус, проходит второй, проходит третий. Разворот. Ну, почти. Организаторы детского праздника считают, что для большей безопасности на дороге любой участник движения, независимо от возраста, должен понимать и особенности техники, и, конечно же, знать правила дорожного движения. А лучше всего информация усваивается в игровой форме. И как горит желтый, мы уже немножко приостанавливаемся. И на светофоре красный свет. Молодцы, сейчас мы быстрее остановились. Выполнять задания правильно и показать свои знания ПДД старались все малыши. Ведь все это происходило на глазах сотрудников ГИБДД. Они, конечно, не наказывали за ошибки, но детям очень хотелось покрасоваться перед людьми в форме. Да и перед мотоциклистами, которые для многих участников праздника стали примером для подражания, не хотелось ударить в грязь лицом. Детишки обожают мотоциклы, а мы обожаем детишек. Мы, когда посещаем детские дома, мы катаем ребятишек всегда, всегда одеваем на них шлема. Вот, и когда ребятишки потом подходят, говорят, это было лучше, чем на карусели. Кстати, праздник проходил на площадке рядом со специфичным магазином. Чтобы детей не напугали его товары, их спрятали за автобусами. При этом от зрителей прозвучало мнение, если бы мероприятие было бы ориентировано на взрослых, для усиления эффекта профилактики плиты стоило бы открыть. Галина Юмашева, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».